безусловно, не может быть доволен такими действиями по этой мишке, тем более, что было 100 нарушений. Ситуациях неоднозначно. А здесь ошибка Шугаева, и гол! Невероятная оплошность Дмитрия Шугаева, и шайба вылетает в ворота Северстали. Марк Верба обкрадывает вратаря. Второй гол в большинстве Северстали в этом сезоне пропускают. Вот такие дела у нас творятся на Череповецкой площадке в начале этого сезона. Вторая пропущенная шайба в численном большинстве. Здесь боролись два хоккеиста, и, конечно, в такой ситуации ехать голкиперу за шайбой ни в коем случае нельзя, тем более, что до конца, видимо, не был уверен в этих действиях. Игорь Шугаев, а скамп из борьбы Верби проиграл. Вот к чему это все приводит. Останется, наверное, Дмитрию Воротов, ничего страшного бы не произошло. Конечно, сам понимает все, но обратно уже не отмотаешь.